побольше пространства сделай своей веревкой. Во, хорошо стоит. Том, видишь, приближается. Она стояла сейчас у стеночки. Пусть стоит. Вот, хорошо, хорошую позу показывает. Поздновато ты отреагировала, когда она к тебе дашь пошла. Ну ладно. У тебя опять, знаешь, почему она наглеет? У тебя маленькое пространство, ты держишь маленькое пространство, а она, соответственно, этому и вот. Веревку, сделай из веревки себя шире и длиннее. Хорошо, отлично. Возвращайся, есть. О, сейчас пускай ее, она тебя просит. Пускай, она тебя покорно просит прямо. Можешь даже развернуться и уйти прочь. Как будто тебе это все, еда уже не интересно. Уходи прочь, сделай небольшой кружочек. И опять прогони, ты проголодалась. Наращивай энергию и ешь. Сейчас вообще не обращай внимания, где она, посмотри, что будет. Но если она рыпнется, вот она сейчас близко, если рыпнется, сильно прям прогони. Но она не пытается даже. Она во, сейчас прям сильно ее, да. Потому что она довольно близко стояла, да. Твое пространство гораздо шире, объясни ей, да. Давай, она шаг делает, давай. У тебя опять маленькое пространство с веревкой, видишь? Маленькое. Она думает, я тебя обхитрю, потому что ты меньше. Вот, стоит, ешь еду. Теперь, когда ей разрешишь, она теперь спокойно ждет, она спокойно ждет, уверена, что ты ей разрешишь. Ну ладно, давай, когда она подойдет, теперь вот на доверие, просто на область подпруги, все чувствительные зоны, задние ноги, живот. Попытайся даже чуть-чуть выметь потихонечку, чуть-чуть. У нее очень чувствительная. Должно сработать. Аккуратно. Нормально реагирует. Обними ее, тоже полезно. Отлично. Супер. Так постепенно потом и с ногами работать, и с хвостом на расслаблении, и с задними ногами, и с выменем, с поясницей на расслабление и на доверие рукам. Просто если контраст, то надо показать, как она ест и как она реагировала раньше. А то мы впечатлили, что она ест, поэтому дается. Ничего, я на видео наложу комментарий, который все объясняет. А у тебя видео с Валентиносом нету, да, Катя? С Валентиносом нету. Я только фотки снимала.
самом деле лошадь, которая не уважает, она тем более рядом с едой не подпустит, да? Она будет ревновать к еде, не то что трогать ее везде. Отлично. Все съела.